А, мастер Корма. Слова охотника подтвердились. Местные бандиты сменили тактику. Каким образом? Наняли Бенджамина Франклина. Теперь он создает оружие. И его охраняют. Бенджамин Франклин. Тот ученый? Вы знаете о нем? Что ж, он пытается найти способ распылить газ среди жителей. Ядовитый, как выяснилось. Жителей? Я думал, они хотели убить лишь власти. Хотя и это достаточно жутко. Арестованные бандиты говорили о какой-то женщине. Похоже, за всем этим стоит именно она. Я проверю. Спасибо. Хоуп, прошу, только не ты. Несколько дней не выходил. А чем Франклин занят? Вроде бы делает бомбу. Я рад снова видеть вас. Хоуп сказала, вы в отъезде. Да, был. Сэр, я пришел забрать ваше изобретение. Ну что ж, прекрасно. Я только что закончил работу над прототипом. Прошу вас. Я намереваюсь отправиться в Филадельфию, а затем в Европу. Пригласили прочитать лекцию в Лондоне. А, не могли бы вы известить мисс Хоуп? Конечно. Боже, Хоуп, что ты делаешь с этим сбродом? Разрушить город изнутри. Ты стала чудовищем. Что-то случилось, мастер Корман? Нет, нет. Так, просто воспоминания. Как я говорю всем новым рекрутам, которых гнетет прошлое, лучшее средство от сожалений – это запах пороха. Вы правы, полковник. Прототип выглядит внушительно. Осторожней с ним, мастер Кормак. Этим оружием можно уничтожать некоторые строения или ранить сразу нескольких человек. Но можно действовать и по-другому. В некоторых снарядах сильное снотворное. Если выпустить его в толпу, люди мгновенно уснут. Испытаем оружие. На двери для начала. Мастер Кормак, взорвите эту дверь. Мастер Кормак, взорвите эту дверь. Прекрасно. Прекрасно. Вы готовы обратить это оружие против тех, кто сам хотел его использовать? На заброшенной фабрике неподалеку есть опасное вещество. Это сильное снотворное. Но его могли подвергнуть обработке. Из него получится яд, который можно отравить полгорода.
Ясно, займусь этим. Осторожно. Эти ингредиенты крайне нестабильны. И хорошо. Эта штуковина может помочь мне разрушить все. Just happened. I cannot stay out in the open. It's getting desperate out here. You're contacted. Round up the crew. We gotta go. Yeah.
Don't stop your whining, and I'll lay you out alongside those corpses. Нужно выбираться, или мне конец. Славно потрудились, капитан. Да им было видно аж с Морриган. Будет хороший урок этим злодеям. Нью-Йорк в безопасности. Простите, полковник, но мне кажется, пара взрывов вряд ли позволит решить эту проблему. Он прав, полковник Монро. Шей, так ведь? Поздравляю. Ты спалил целое крысиное гнездо. Я Джек Уикс, а это Уильям Джонсон. Не знаю насчет него, но я рад знакомству. Да, взаимно. И если честно, здесь слишком неуютно. Предлагаю послушать рассказ Шея за кружкой Эля. И первая пинта за полковником. В чем дело, мастер Кормак? Просто голова немного мутная. Похоже, наглотался газа. Я думаю, Эль вам поможет. Ну же, мы друзья, мы позаботимся о вас. Полковника. Мастер Кормак, простите мою прямолинейность, но настало время поговорить об этом открыто. Вы проявили верность идеалам тамплиеров. Вопреки, а может благодаря прошлому, связанному с ассасинами. Манускрипт, предмет их поисков, в определенный момент попал ко мне. Как раз тогда, когда мои люди нашли вас. Великий магистр лично поручил мне раскрыть его смысл, но, боюсь, задание мне не под силу. Я вверяю его вам, мастер Кормак. В вас я уверен. Я отбываю в форт Уильям Генри. Гарнизону предстоит бой с враждебными племенами и силами французов. Мы послали за подкреплением, но вряд ли оно придет. Я не питаю иллюзий. Этот гарнизон обречен. Я отдаю свою жизнь Великобритании, а душу отцу понимания. Полковник Джордж Монро. Thank you.
Ха-ха-ха.